Теперь нужно как-то защищаться и Вилджиниуса. Сильвер Эдж, здравствуйте, тоже приятно. Так, СФО летает. СФО нападает на Джерекса. Ну, Джерек живет. Хукшот мимо. Как мимо-то всех пролетело. Вот так вот бывает. В это время Джерек, не Джерекса, Сокшку почти забрали. Сокшу погибает, Джерекс тоже погибает. Но в это время Сэп вместе с Анной тут дерется до конца. Анна может забрать Сумаила. Сумаил погибает, отправляется в таверну. Анна живет за счет того, что прожал Shadow Dance. Хорошо. В это время... Ой-ой-ой, башики пробуют по Анне. Анна успевает блинкануться, хотя сказать, упрыгать. Уйти на паунте. Ну, все отсюда, просто да. разваливают лица, убивают Сэп просто боец. Артизи просто в соло. Боец ММА один на один говорит, давай, за гаражами, будем драться. Врывается Топсон сюда на подмогу. И, по-моему, Крит тоже погибает, и байбеков-то нет. И нужно вдвоем против пяти сейчас будет воевать, почему Сларк зарегенится очень быстро, и ну, непонятно, как его убивать. Да.